Доброго времени суток зрителям, встречаем гостям нашего канала. С вами Росси, и это канал Роли Гейм Онлайн и рубрика Геймплей Летсплей. Сегодня мы рассмотрим игру под названием Absolver. Не знаю, в общем, как оно переводится. Это игра, как я понял, про файтинг, в общем. В общем, давайте посмотрим. Игра новая, вышла совсем недавно. И сейчас я буду вместе с вами первый раз ее смотреть. Так, происхождение. Ледяные боги. Орате, Теара, Уринг. Озеро Рипа, блядь, Корши, черный, не хочу быть черным, давайте будем ледяные болота. Пол мужской, женский, мужской, конечно же. Стрижка, волосы прямые, каре, пучок, пробор, вьющийся ежик, заплетенная, дикарь, приглаженные, прямые. Давайте, короче, пусть будет дикарь. Темные, пепельные, каштановые, темные. Следующее. Угу. Боевой стиль. Forsaken. Сбалансированный боевой стиль с небольшим упором на силу. Cult Method. Совершенствует силу и живучесть. Windfall. Совершенствует ловкость. Forsaken. Давайте возьмем сбалансированный, наверное. Следующее. Имя. Освободитель. Нет. Я хочу быть... На русском можно, да? Кровавый Росси. Бе-бе-бе-бе-бе. Вот так. Хорошо, вот так пускай будет. Принять. Значит, новая игра пошла. Не знаю, что здесь будет происходить. Там по легенде, типа, мы идем по пути для того, чтобы доказать, что мы достойны быть какими-то крутыми типами. Так, заставка, все, молчу. Ребятки, вы знаете, прям как матрица, короче, я так вот надел себе на лобешник какую-то хрень и... Ага, хорошо, левая кнопка мыши, удар левой рукой, а правая кнопка мыши, удар ногой. Ага, ну короче, левая кнопка мыши, удар руками, правой ногами, пробел, рывок, shift, это блок. А пробел, рывок, shift, это блок, блядь, стихами просто разговариваю, ребята, обязательно за это лайк. Так, равнинный отдал. Что, тут можно разбиться? Я тут так и надо прыгать. Я думаю, не надо. Я думаю, нам сюда. Ага. Выбрать цель, коснуться. Я понял. Короче, центральная кнопка мыши выбрать цель. Сменить цель. Это колесиками крутим. Коснуться, открыть. Ну а чё коснуться-то? Ну, касаюсь. Ага, вот оно что. Понятненько. Ну, в общем, колесиком крутим. Коснуться открываем. Хорошо, можно идти дальше. Так, атаки расходуют выносливость. Серия атак, левая кнопка мыши. Попробуем. Ага,
где выносливость, я не заметил. А, вот внизу, я понял. Хорошо, я их намутусил просто. Так, в твоем наборе атак 4 стойки. Каждая начинается с разных атак. Прими каждую стойку по одному разу. Хорошо. Юе. Ага, я понял. Хорошо. Ух ты. Ну что, пацаны, вот это альтернативки. А, альтернативные атаки меняют твою стойку, позволяя плавно включить цепочку в другие атаки. То есть я такой начинаю, потом начинаю плавно. Блин, что-то эта игра, короче, сильно. Для меня тяжело. Ну, короче, тут можно всякие фертухаи делать классные. Хорошо, это понятно. Я не хочу на тебя больше смотреть. Или должен. Так. Это Q. Это E. Это Z. Это C. А, Q. Я просто не могу понять, что мне переключать как-то надо еще. А вот я не хочу между этими двумя точками. В общем, мне это не нравится, я не хочу его бить, он неинтересный. Во-первых, мосты даже не сопротивляются. Простите дальше. Некоторые атаки обладают особыми свойствами. Например, надо включить Q и ударить правой кнопкой. А, типа вот, разбил, понятно. Защитная стойка Shift. Что, думаешь, ты самая умная? Защитная стойка позволяет отменить атаку при непосредственном нажатии перед атакой. Слушайте, можно я ее забью нахер? А теперь в стойке вот в этой. Вот так вот. Вот так. Нормально? Защитная стойка позволяет отменить атаку при непосредственном нажатии перед атакой. То есть я такой, оп, я понял. Финтяка такой, короче. Так, мне надо стойка вот эта. Так, я уже научился выбивать ловко двери. Блин, тут темно как в жопе. Ты что, дядя? Ага, тут у нас еще какие-то ящики есть. Угу. Короче, в стойке. Это какая стойка? Ага. Ага. Стойка С, походу. На С, которая. На С. Ладно, пошли дальше. Вот так вот. Вот так. Опа, комбо-момбо. Сука. А вот так. А сейчас я переключусь на эту стоечку. Буду тебе вертухай давать сверху. Хоп, хоп. А теперь вот так. А теперь на эту стоечку. Давай, давай. Отрабатывай, отрабатывай. Бэмс, лобешник с ноги. Такой файтинг, но я не сильный фанат файтинга, к этому нужно привыкать, но я думаю, люди, которые играют как пианино, так вот ты по всем кнопкам, думаю, им эта игра понравится. Вообще она, как я понял, заточена под сетевую игру, взаимодействие. Найди и победи Силана. А давайте вы мне не будете указывать, что мне делать. Силан. Ты Силан? Надеюсь, ты Силан. Нет, ты не Силан, понятно. Силан был бы, наверное, намного сильнее. Так, хорошо, поехали. Ну, опа, только, опа, финт. Бэмс. 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 Отдубасил их всех. Новый уровень медитации. Медитация. Ага, сила, ловкость, живучесть, стойкость, воля. Смотрите, сила это не вышечная, может мышечная масса. Это способность направлять энергию тела и разума в нужное русло. Увеличить урон от атак зависит от силы, от ловкости, максимальное здоровье, стойкость. Увеличить максимальную выносливость, тем самым позволяет провести больше атак впоследствии или защищаться дольше. Воля.
увеличивает количество напряжения, хранимого в осколке при успешном применении. Подвижность. Увеличит урон атак за счет подвижности. Короче, стойкость. Я качаю стойкость. Я хочу быть выносливым. Вот как в жизни, блядь. Оружие переключить. А, то видите, разное оружие здесь еще есть. В общем, очень серьезно. Даже в этой игре присутствует система прокачки. Но, как я понимаю, она вообще заточена под сетевое противоборство. Там 5 на 5 там зарубы устраивать. Знаете, типа такого, короче. При захвате цели. Направленное парирование можно совпадать с входящей атакой. Бэмс. Переключаем строчку. Бэмс, бэмс. Давай с тобой. Давай, я отдубашу тебя. Блин. Ух ты. Вы поняли, что я могу сделать? Когда меня бьют, я могу так, опа, резко мышка. Опа так, опа. Фин такой, ушами сделать. Все понятно, я все понял. Я прошел вашу игру. Давай. Оп. Что такое? Опа. Опа. Ладно, мне интересно. Пошлите дальше. В общем, меня научили фишки, с которой я теперь смогу уклоняться от атак. А, я тут уже был. А я побеждал, кого мне нужно было победить? Нет. Силана я не нашел. Возвращаемся, ищем Силана. Силан, может, тут? Хоть бы карту какую-то дали. Вот он, походу. Да, Силан. Опа. Опа, видели как я? Опа. Опа. Не зря меня научили защищаться. Давай, давай. Опа. Надо только угадывать. Нет, что-то я не угадывал, ребята. Ух ты, какой зараза. Сейчас я буду мышкой мансить. Ты что, сильно дерзкий? А вот так вот. А вот так вот, блин. А вот так вот. Силан гребаный, я сейчас мудохаю. Все? Нет у тебя больше вопросов, мистер Силан? Видели, как его мастерски, короче, парировал атаки с помощью захвата и вот так вот делать, когда... туда-сюда мышкой. Медитация. Конечно же, стойкость. Потому что я стойкий. Главное, ребята, это... Тут еще экипировка есть, а тут что можно? Защита, оружие. Никакого оружия нету пока. У меня способности исцеления, защита, тут маски, всякие маски претендента, туника. В общем, там всякие пояса можно будет ставить, наплечники. Ну, в общем, полная кастомизация, ребята. Просто давайте будем рывками двигаться. Такая, в общем, такой молодежный стильный. Я открыл эту дверь и продвигаюсь дальше. Я претендент на звание самого сильного, самого главного. Я Тайлом. Я постараюсь помочь тебе на твоем пути, но если ты развоплотишься, я не смогу тебя спасти. Не каждый, кто носит маску, твой враг, знаешь ли. Я не стану нападать на тебя. Да? Когда ты в безопасности, ты можешь медитировать и тренировать свой набор атак. Медитируй, ты поможешь, а ты можешь практиковать и изменять свой набор атак. Медитация. Ты не в школе. Практика. А, смотри, набор атак, характеристики. Хорошо, вот рукопашная, к примеру, там. Давай, ну, практику попробуем. В режиме практики вы можете редактировать свои атаки. Аж редактировать. То есть. Ага, смотрите, сначала у меня серия. То есть, тут получается в этой игре вы полностью под себя подстраиваете боевую систему своего персонажа. То есть там выбираете там, чтобы он делал там выпад, к примеру, там. Или там, к примеру, там слотя бил там. Бэмс, там, бэмс. Или апперкодом бил там. Ну, короче, то есть, видите, вы можете полностью подстроить такого вот под себя, или чтобы ногами как там. Джеки Чан работал. Вот так вот. Или можно вот такую ему вертуху давать. Или вот с проворота. Ну, то есть, видите, можно как хочешь, в какой стойке, в какую стойку оно перекидывать. В общем, очень серьезная ситуация. Не хочу это ничего редактировать. Я выйду из практики. То есть, все очень серьезно, ребятки. Можно полностью тут под себя настраивать стиль боя, чтобы был неповторимый. Я думаю, это очень классно было бы смотрелось в мультиплеере. Чтоб
плане, что в мультиплеере, знаете, действительно не попадались бы клоны, то есть каждый со своим стилем уникальным. Вот меня сейчас мудохают. Вот. Мультиплеер, это действительно, ты встречаешь человека, который не похож на тебя, если это не бот, то есть рывок, переключить. Ага. Понятно. Когда они в боевой стойке, можно бегать быстро. Опять заставка пошла. То есть в мультиплеере каждый себя под себя затачит, и бои, мне кажется, будут действительно, могут быть интересными. То есть кто-то там, у кого-то такая тактика, у кого-то такая, и можно комбинировать как хочешь, и я думаю, это все очень классно. Ну, не знаю, мультиплеера сыграть не смогу, потому что, конечно же, я пират, но мы никому об этом не скажем. В общем, опять заставка, все красиво. Мы идем, у нас из жопы какие-то два осколка торчат. Думаю, без них никуда. Мы увидели красивый храм. Мы идем к нему. Мы претенденты на титул какого-то там крутого пацана. Весело как попа. И мы готовы идти дальше. Но знаете, если бы мы эту игру проходили, возможно, мы бы пошли дальше. Так как это видео в рубрике геймплей, летсплей, мы дальше идти не будем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте за это лайки или дизлайки. Поддержите свои активности, ребята. Спасибо, что смотрите наши видео, спасибо, что смотрите Westeros Total War, за то, что смотрите Imperial Glory, за то, что не оставляете без внимания остальные наши рубрики. С вами был Росси, подписывайтесь еще раз на наш канал, всем пока и до скорых встреч.